хорошо на курорте. Время 12 часов, а мы сидим, пиво пьем. Вот мы хотим сюда китайский ресторан. Вы такие так не доедаете ничего, что хотите еще порезать? Мы хотим ходить в коньяк. Вообще такая странная погода, да? Днем гроза была, сейчас дождь такой крупный пошел. Сплошные магазины. Сейчас, кстати, они закрыты, да? На обед у них же сиеста. Хотя странно, что они не работают в спортзоне. Да? Эти двери красивые. Гайкса банки. Прямо такое все расписное. Вот в этом магазине мы вчера зависли. Мы вообще тут... Подожди. Так мы купили тут вчера. Подожди. На корову зонта надели. Мы эту корову уже видели. Они здесь в таком же магазине в Барселоне очки покупали. Они пакет, может быть, вы у нас видели? Нет, эта корова была уже в Барселоне в каком-то магазине. Очки там. А нафига на нее зонт одели? Просто так или чтобы дождем не намочило? Что, типа здесь зонты продают? Думаешь? Да, там все продают. А че шляпу не надели тогда? Такие узкие улочки. Кругом всякое шмотё висит в магазинах. Вон там всё качается. А это что спорт такой? 3-3-3, интересно. Игральное какое-то. Серёжа, ты попал. Тебя, может, тут по блату пустят? Вон город, ты всё понятно. Да ты чё? А там уже пошла Пинеда? Да. Ну, в принципе, да, маленький, чё. Чё-то такие какие-то ерундастика продают. Чипсы, да? Вафельки какие-то, чипсики. Ням-няшки. Ну, ходить-то здесь, походу, вообще некуда, да? Даже пляж. Нет, а чё пляж? Пляж-то нормальный, песчаный такой же пляж. Заброшенность. Да. Это нам был знак, что нам все-таки надо было лететь в Грецию. Такой дождь-то крупный, да? Прямо такие крупненькие капельки. Тучи, облака, я привык видеть чистое и ясное небо. Солнце, да? И проводить практически весь день на пляже.
море. А это что? Ну вот тучи, это меня просто давит морально. Куда спуститься-то надо? Под землю. Вот через эту канаву вот куда-то море прямо. Слушай, тут тоже корова стоит. Только в другую позу ее поставили. Ну, там, да, свинарник какой-то. Да куда садим? А вот садись сюда. Стул бери и садись. Или вот девочкам рядом.